Всем привет, с вами я, Настя. Сегодня я сделаю обзор на дневник и на игру. И почти на полную мою коллекцию космо-жетонов. Начнем мы с дневника. Тут нарисованы некоторые персонажи на карточках. Сзади выглядит вот так. А тут можно отвечать, какие у тебя есть, какие у тебя нет. И сзади вот такая красивая картинка. Ну что ж, начнем с номера 1. Тут нарисован Йода с зеленым мечом. Обиван первый под номером 1, всем известный Оби-Ван Кеноби. Ой, это не. Тут еще про некоторых написана информация. Надеюсь, номер 2. Йода. Номер 3. Люк Скайуокер. Вот так уже красиво начинает заполняться первая страница. Четвертая Лея Органа. Номер 5 Ханс Соло. Номер 6. Всем надоевшие и постоянно попадающиеся Чубакко. Вот так красиво выглядит первая страница. Перевернем. И тут у нас нарисован Дарт Вейдер. Так. И вот, кстати, он под номером 7. А теперь номер 8. Дарт Сидиус. Ой, извините. Номер 10 Дарт Мол. Номер 10 Боба Фетт. Кстати, я хотела рассказать про этот значок. Этот значок, что значит, в приложении «Галактические жетоны» можно посмотреть про него видео. Единственный минус этого дневника то, что он почти сделан из картона и стоит 249 рублей. Но, правда, его цену это разве что вот эта игра. Так, а теперь номер 11. Имперский каяк Королевская гвардия. Thank you.
теперь номер 12. Это снежный штурмовик. Вот мы заполнили всю страницу. Теперь перелистываем. И тут такая красивая картинка. Так, и номер 13. Сразу, что происходит... Ой, нет. Один, ничего не написано. Это очень жаль. Так, я что-то не понимаю, куда клеить. Так, имперский. А, вот так вот, извините. Вот эта картонка не стоит 249 рублей. Тем более, тут даже фишки выскакивают. И теперь к номеру 12. Так, номер 12. Сейчас извините минуточку. Ой, фу, номер 14. Где теперь? Ой, вот, видите, опять выпало. Постоянно выпадает. Это, конечно, огромнейший минус. Блин, как долго уже видео снимаю. Так, а теперь номер 13. И под номером 13 у нас... Так. Блин, сейчас найду номер 13. Так. Блин, точно, у меня же нет номера 13. Я же как могла забыть. Так, 15. Так, номер 15. Ой, фу. А, хотя нет, есть номер 15. Это черут. Я ошиблась, у меня номер 16 нет, а номер 15 есть. Ну, номер 16 пропускаем. Там вроде был бейс. Так, номер 17 это бодхи. И номер 18 это у нас так... Кто же у нас номер 18? Так. Номер 18. Сейчас, извините, посмотрю. Кто у нас по номеру 18? Креник. И под номером 18 у нас Косян. Сейчас посмотрю. Так, Косян. И вот мой Косян. Так, теперь номер 19 Дарт Вейдер. Номер 20 береговой штурмовик. Так, а теперь номер 21. Это штурмовик смерти. Так, номер 22 крейник.
номер 23 «Снежный штурмовик». И номер 24 «Бис и Пау». Так, пролистываем. Так, а теперь номер 25. Так, и номер 26. Это самый редкий, наверное. Хотя для кого как. Это так, сейчас. Ой, нет. Так, блин. Так, самый редкий это HDAB, он такой золотой. Сейчас, где он? Я самый редкий пропал! Так, СЗРО. Так, СЗРО. Где мой СЗРО? СЗРО. О, вот он. СЗРО упал. Номер 26 самый редкий. Так, и номер 27. Это Джаджабинс. Номер 28. Это у нас Кася. Ой, тьфу. Кукит. И номер 29. Хава. И номер 30. Дхабахат. Так, перевернули. И это уже последняя страница. Так, номер 31. Набуйский королевский корабль. Номер 32. Под знаками. Ой, извиняюсь. Под Экнакина. Так, номер 33. Звездный крейсер Мон Каламари. Номер 34 снежный спидбер. Номер 30. Так. А номера 34 у меня нет. Это. А, нет. Спидбер байк у меня нет. Шагохода. А, нет. Так. Уже пошла автоматика. Ну, впрочем, мне всего лишь бейса не хватает и шагохода. Ну, больше обзоров на канале по этим фишкам не будет. А теперь перейдем к игре. Такая игра. На свет попал. Сейчас, извините, минуточку. Извините, пожалуйста. Так, здесь. Открываем ее.
темная сторона, а это светлая сторона. Я не понимаю. А, вот. Пригнута. Она просто огроменная. Но играть мы в нее не будем. Ну, всем пока. С вами была Настя. Подписывайтесь на мой канал.